Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Но перед началом я скажу, ребят, что произошло и почему долго не было видосов. Короче, начнем, наверное, сначала. Помните, у меня во время игр иногда происходили такие вот лаги, подвисания. Многие жаловались, почему такое произошло. Я сам не понимал, в чем дело, ребята, но, как говорится, все вышло наружу. В общем, сгорела у меня, ребята, водянка. Сгорела водянка, это первое. А второе, во время грозы у меня вылетело 6 жестких дисков. Просто сгорело в хлам. Ну, вообще, половина из них восстановлению не подлежит. А на другой половине вся информация просто исчезла. Вот, по поводу винды, ребят, винду установить недолго, вы понимаете. Но я заказывал новую башню себе, которая еще до сих пор не пришла. Мне пришлось позаимствовать со второго компьютера. Вот. Ну и, соответственно, вот вчера пришли два жестких. Я их поставил. Грубо говоря, я сейчас компьютер собрал на коленке. Такая быстрая версия, на которой хотя бы хоть что-то можно поиграть. Потому что остальное все еще в пути. Все остальные детали. Вот, друзья мои. Жесткие вылетели из-за грозы. Да, ребята, я оставил компьютер включенным. Ушел на работу. У нас была гроза, дождь, ну и, видимо, куда-то в линию попало, и у меня выбило все к чертовой бабушке, потому что бесперебойника у меня нету, надо будет как-то о нем позаботиться, купить его в дальнейшем. И вот из-за этого, ребята, очень большие, как говорится, у меня были с этим проблемы. Так что вот сейчас пока есть возможность играть, будем вот в Android игры поигрывать потихонечку, полигончику, потому что башню, которую я поставил, она не справляется с моим процессором, она слишком слабая. А которая мне нужна, она еще пока в пути, и придет она только лишь 24 числа, это в лучшем случае. Вот. И как только она придет, я поставлю, и тогда уже будем полноценно играть и в нормальные игры, и на втором канале тоже продолжатся игрушки. Я надеюсь, все понятно, объяснил. И по поводу винды, да, ребята, поставил винду, но... как сказать, программное обеспечение, вот это вот, это Sony Vegas, Adobe Photoshop, вот это вот, Adobe Premiere, это все надо было опять же устанавливать, надо было вспоминать все эти пароли, всю свою макулатуру эту, которая у меня на столе сейчас образовалась стопкой, всю перешуршал, потому что там AdGuard и все это, соответственно, ребята, по лицензиям это все надо ставить, и для всего нужны ключи. И очень много переписывались. Поэтому, короче, я запарился с этой установкой. У меня только сутки, даже двое, наверное, ушло на то, чтобы поставить. И то до сих пор еще не все установил. И в будущем я, наверное, думаю, что все-таки буду переносить это на другой жесткий диск, на новый, потому что этот маленький, всего 250 гигов. Вот, я, наверное, переставлю все это на терабайтник. Вот, ну, надеюсь, все, ребята, вкратце объяснил. Я надеюсь, вы все поняли. И продолжаем. Так, ребят, вчера я бустанулся, но, видишь, я не знал, что у меня сгорела водянка. Потому что я все заменил, ребят, все заменил, играю, у меня... Причем на экране у меня все хорошо, да, все играется, все это, ну, небольшие подлаги. А как я выяснил, я поставил этот датчик температуры процессора. И я смотрю, что у меня с 30 градусов буквально за, сколько там, за 15, наверное, минут, за 15-20 минут... доходит до сотки. Это уже критическая температура. Я смотрю, у меня уже эти моргают там всякие обозначения, что типа перезагрузить компьютер или вообще вы выключите. У вас процессор уже кипит. Ё-моё, я думаю, что такое. Я снял водянку, поставил башню. С башней более-менее 60-50 градусов держит. Но я еще раз повторяю, ребята, башня слабенькая. Вот. Так что не было печали, но вот как видишь, горе пришло нежданно. Ладно, друзья мои, не буду вас парить. Вчерашняя серия была записана, но с такими лагами я даже ее не стал выкладывать. А там у нас был буст. И дошел я до лиги сёгунов 3 звезды. В принципе, вот за что я сегодня и получаю приз. Также пришел, ребята, у меня четвертый друг. Я имею в виду Рафаэльчик, которого мы ждали. Я его, правда, показывать не буду, потому что камера тоже у меня пока не подключена и не настроена. Ну что, ежедневная награда мы забираем с тобой и переходим в задание. Так, открываем колоду.
Так, это у нас тут выпадает мутагеноид, собственно, персоны. Так, дальше у нас... Так, мы награду здесь забираем и переходим с тобой в серию испытаний. Ну, начнем, наверное, вот отсюда. Тут ты отсюда жму. Думаю, что такое, блин? А то у меня уже пройдено. Ну что, ребята, давайте потихонечку, полигонечку будем приступать. Начнем с массовых атак. Так, один шлепнулся. Так, добьешь ракетами? Ай-яй-яй-яй, кабана, ты что так? Не добил-то. Все. Побежали далее. И вот у нас основная шайка-лейка тут стоит. И будем, ребята, их валить с гранатомета. На. Только один упал. А смертельная волна должна всех добить. Изи. Изи-пизи. Ну что, погнали тогда дальше. И серию испытаний мы прошли. То есть одно задание выполнили. Забираем награду, соответственно. И ты. И теперь сразимся в поединках. То есть мутагена у меня мало, всего 11700. Будем дальше прокачивать кунаичи. Во-первых, поднимем. Ага, даже уровень не могу поднять. Ха-ха, понял. В общем, 4 3D очков нужно нам найти. Так, одни есть. Вторые. Так, двое уже нашли. И остается. Так, трое. Последний, давай. Все, ребят. 3D очки нашли. А, вот это да. Это я лопухнулся. Нужно еще двое, оказывается. Ну давай, 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 родной. Есть. Есть. Значит, с очками мы разобрались. Теперь нужно шляпы с напитками. Я так понимаю, 6 штук надо найти нам. 6 штук. Ну, как всегда. Они всегда, ребята, мне начинают вот эти вот палки в колеса вставлять и не дают. Вот, одна только выпала. Одна шляпа. Вторая. Вторая. Да, короче, больше не дают мне. Ладно, не дают, как хотят. Мы заберем с тобой награды и поднимем уровень персонажа, но придется нам поднимать кому-нибудь из слабеньких самых. Ну, например, Майки. 57 уровень он получает, радостно, довольный, прыгает и скачет. Все. Ну что, ребята, теперь остается у нас турнирная арена. И меня, ну ты посмотри, с Лиги Сёгунов до Лиги Самураев 3 звезды. Ну как же так-то, ребят, ну как так быстро они меня сбрасывают, я не понимаю этого. У нас, короче, 46-44 уровень против нас выступает, поэтому сейчас, думаю, будем пока своими силами, я имею в виду силой слабых наших бойцов, справляться. А потом уже, наверное, придется подключаться более сильным персонажам, потому что дальше, естественно, они будут жестче. Ну что это? Ну, давай дебаф сделаем, Хан, пожалуйста. Нормальный такой дебафчик. Ага, на понижение защиты. Плюс Майки из космоса бросает эти хлопья. Криса Брэдфорда. Двое упали. И я думаю, что мы все-таки добьем с помощью Микеланджело. Есть. А, Донни, блин. Такой радостный думал, что уже все. Всех подбил. Но не тут-то было. Ну что ж, мы тогда продвигаемся дальше и смотрим, ребят, какую позицию занимаем. А занимаем 36-ю. Фигня полная, если честно. Мы просто с тобой пробились не очень-то и далеко. Хотя сегодня только второй день. Опять же, ребята, поиграем маленько, потому что мне сейчас надо будет на работу пиликать. То есть в ночную смену сегодня работаю. Так, ну что, бросаем бомбочку. Дальше давай, наверное, примем осколки. Так. Ну, Мондагека, хорош. Так, он ускорение повесил. Делаем торнадо. Макман выживает и Кейси Джонс, соответственно, его своей дурацкой клюшкой по башке оглушает. Так, ну что, смотрим. Да ладно, я думал, что мы уже перейдем. Фиг там. Фиг там, мы даже в Сёгун еще не зашли. Твою налево. Хорошо, засранцы. Будем тогда по-другому действовать. Раз, два, три, четыре, пять. 56 и 49. Ребята, разрыв всего лишь в 7 уровней. Это маленький разрыв, я тебе скажу. Так, хил у меня нет. Хил у меня нет. А что мы тогда будем делать? Тут... Ну, давай, наверное, шреддера попробуем вальнуть. Вальнули, блин. Во, печатаем их. Никакого им хила, как говорится. Угу. Так, этот гаденыш на уклонение поставил. Мы, наверное, сделаем провокацию. Сделаем так. Плюс выпускаем дрона.
И, надеюсь, добьет. Да, конечно, добьет. А ты? Молодец. Брат брата, как говорится, забомбашил. Ну, в принципе, нормально. Идем, друзья мои. Наконец-то мы переходим с вами в Лигу Сёгунов. Одна звезда. Позиция у нас 82-я. И продолжаем. Я возьму, наверное, вот эту команду. Тут уже полтинник, я смотрю, да? То есть, раз, два, три, четыре. И возьму, наверное, сюда подкрепу в виде нейтрализатора. Да-да-да, 70 уровень. Все как полагается. Сейчас будет раскурочивать им лица. Давай-ка со своей базуки. Ты глянь, а. Малорик. Давай вот так вот, люком. Люком Кейджем забросим ему. Все, друзья мои. А, так там еще, ребята, винда. У меня еще полетели все мои эмуляторы с Android играми. То есть, вот восстановил только лишь 3, а остальные улетели в никуда. Это Блюстакс и Нокс. Только ЛДшка, ребята. ЛДшка, а у нее своя независимая база, поэтому, несмотря на то, что винда полетела, игры на ней все сохранились. Вот в этом у нее, конечно, огромный, ребята, плюс, что она идет как независимая. Нокс, они привязаны к винде, у них база идет виндовская, потому что если ты переустановил винду, то все, уже ты их не запустишь, если у тебя, конечно, нету бэкапа. Ну, я бэкап не делал, поэтому, соответственно, мне все это улетело. А ЛДшка, слава богу, видишь, сама по себе. Ну, если бы жесткий бы этот погорел бы, на котором была бы база ЛДшная, то, соответственно, я бы ничего не смог бы восстановить. Так, минус Роквелл. Поэтому придется еще игры восстанавливать, ё-моё. Соответственно, все. Так, ну-ка давай-ка. Молодец. Так, выпускаем клан футовца. И сможешь его пробить своим вот этим супер ультой? Да, конечно. Да иди ты в пень. Так, морозилка, давай-ка, наверное, хиляй. Вовремя хильнулись, иначе бы он завалил бы ее. Все, без потерь прошли. Ну что, поехали тогда далее. С 59-й позиции мы переходим на 37-ю. Ну что-то вообще мало мы продвигаемся, если честно. Очень мало, ребят. Это, я бы сказал, бы так, болотное движение, потому что вроде бы хорошо проходишь, а продвигаешься очень-очень слабо. Давай возьмем, наверное, здесь Джастина. Я думаю, Джастин с 55-ми уровнями, ну, должен справиться, ребят. У него запах изо рта отвращенный, так скажем. И я думаю, как раз он с помощью него-то и сможет добить. Надо было мне этого валить. Уже поздно. А, в заморозку, ребят, мы его застанили, так что нормально все. Хильнуть он не успеет. Хильнуть он не успеет. Бамс. И давай-ка, наверное, из бластера. Ты, ёк-макарёк. У него была пониженная защита, и он из бластера не смог его пробить. Ну что за фигня, ребят? Не знаю. Такс. 14-я позиция. Ну давай, давай, давай дальше. Так, раз, два, три, четыре. Тут уже, ребят, без крупника никак нельзя сыграть, потому что уровень практически у нас сравнялся. Так что, сам понимаешь. Ну что, бросим плюшку? Ай, господи. Одной плюшки было достаточно, чтобы всех положить. Ну, наконец-то мы переходим в Лигу Сёгунов 2 звезды. И у нас 91-я позиция. Так, обновить. То есть вы хотите сказать, что 15-21 или 16-21 мне не светит здесь, да, получить? Да, ребята, не светит. Ладно. Ушлепки. Потанцуем тогда по вашим правилам. Давай я возьму, наверное, Паукуса. Хотя Паукус уже против 55-х уровней не особо силен, но как вспомогательная поддержка он все-таки пойдет, ребят. Угу. Давай добьем, наверное, Мондагека. Дальше. Что нам делать? Уклонение или все-таки пробовать кого-то... Не, давай, наверное, уклонение поставим. Пит все равно никого здесь не сможет забомбить. Слабый-слабый луч. Волна, точнее, была. Ну, это вообще никуда не годится, ребят. Это вообще никуда не годится.
Блин, забафались все полностью. Ты посмотри, а и этот еще бафается. А, этот не бафается, этот, ребята, нам повесил замедление. Зашибись. Че будем делать? О, я даже не знаю, ребят. Я знаю, что Крис Брэдфорд сейчас начнет выделываться. Он сейчас кого-то вальнут, ребят. Кого-то сейчас положит. Так, минус майки. Тут уже, я смотрю, у нас и Пит на подходе. По-моему, я попал. Да, не справился у нас Паукус, как ты понимаешь. Давай поставим, наверное, щиты хотя бы. Хоть какие-то. Не поможет, по ходу дела, нам это все дело. Ну, пощечину. Так, Люк. Так, Паукус, давай. Ну, я не знаю, ну... Давай Рафаэля, наверное, попробуй. Фиг там. Этот свои саи метает. Опа-на, ребят, скоро у нас, по ходу дела, и Паукус отдуплится. Паукус из последних сил, друзья мои, держится. Просто из последних сил. Блин, Пит, ну давай, я не знаю, ну хоть как-нибудь, хоть что-нибудь сделай, пожалуйста. Ай! Да. Да, ребята, половина команды, ну они очень крепко держались на самом деле. На них висел постепенный урон, и они все-таки выдержали. Не все, правда, но выдержали. Так, 83 место, слабо, конечно, это все дело. Очень слабо. Я, видишь, понадеялся на Паукуса, а он... Он немножко облажался. Но я тебе сразу сказал, что 70 какой-то там уровень, 70 уровень против 56-х, 55-х, это не очень, как это сказать, не очень равноценный бой. Мы все равно проигрываем. Если бы была бы какая-нибудь вспомогаловка или хотя бы еще один 70-го уровня, тогда мы их тут разворотили бы, а в моем случае нет. Этот фокус не прокатил. Так, ну что, 63-я позиция, берем с тобой, вот, 16-21, я возьму Рафаэля тогда сюда, с его массовой атакой сотого уровня, я думаю, что 58-61, ну, может быть, конечно, и не всех вольнет, но кто-то да упадет. Давай смотреть. Угу, вот, в принципе, о чем я говорю. Ребята, у него инициатива просто зашкаливает, он успевает два раза сходить за свой первый ход, представляешь? Но опять же, это по сравнению вот с этими уровнями. Вплоть до 60-го получается. Давай вот этот слизь брось. Ага, постепенно и Рафаэль добивает. То есть, ты посмотри, он успел, ребята, сходить еще два раза до того, как остальные успели сделать ход. Ну, это круто, конечно. Так, ну, 16-21, само собой. Я возьму, наверное, Ванюшу и с Ванькой пойдут... Вот эти вот ребята. Я думаю, сейчас одного гранатомета будет достаточно, чтобы половина полегло. А все-таки у нас преимущество офигенное. Угу, половина полегло. Ну и вторую половину мы просто разбираем через... Застанил все-таки, засранец смог, ты прикинь. Все-таки он ее застанил, успел. Ну это, ребята, все, как говорится, второстепенное. 24-я позиция. Так, 16-21. Берем Зека. К Зеку на помощь пойдет, наверное, Арахзар. Раз, два, три. Тут, кстати, очень много инициативчиков. Смотри, у нас и Карайка, и Зек. Они скоростные, ребята. Опа. Так, добьешь? Еще бы не добил он. Ну и клан Фудовцы вперед. Есть. Все, как говорится, как бабка нашептала, да? Давай двигаться дальше. И мы уже с тобой в Лиге Сёгунов. 3 звезды, это вчерашний мой рекорд. Я даже помню, какое место, ребят, занял. 80-е место у меня было. Это на вчерашнем бусте, я имею в виду. Так, подожди. Что ты делаешь, Рэй? Тебе нужен... Вот так вот мы сделаем, потому что там 61 уровень, а мы с тобой набрали одних 71-х. Ну, это как бы не очень хорошо для нас было бы. Поэтому мне пришлось в последнюю секунду вспомнить, и вот я добрал Усаги. Так, мне кто-то в комментариях писал: Рэй, попробуй Усаги и Дзимбо. Ребята, месть черепашек обновление еще не вышло, поэтому я тебе никак там не поиграю, ты понимаешь? Оно еще только будет. Когда? Неизвестно. Но вот когда будет, тогда обязательно мы поиграем.
А пока не получится. Так, ну что, какое у нас? 77 место. И... Слушай, ну по-моему уже пора получать... сколько там? 16-22 есть такое? Или 17-22? Не дают. Не дают. Говорят, обойдешься ты, рэчик. Хорошо, засранцы. Давай попробуем так. 71 и 80. Правда, 80-ники у меня такие, знаешь. Ни о чем. Так, карайка пошла первая. Надо вырубать муху, если честно. Так, теперь Кунаичи делает свой шоку разряд. Ну, неплохо. Но Сплинтер со своим пальчиковым ударом ничего толком не может сделать. Дотронулся, а фиг ли толку-то от этого. Так, ну и какое мы место занимаем? 57-е. Вот, 16-22. Так, и... Давай... Нет, Магман, не хочу тебя. Хочу взять Супер Шреддера. От него будет профита больше, да? Ну, можно, конечно, и не делать это уклонение, но я так, на всякий случай. Вдруг что-нибудь не по плану пойдет у нас. И Шреддер... И Шреддер просто-напросто уничтожает их всех, к ядрене Фени. Вот так вот. Поэтому, ребята, переходим на 38 место и берем... У нас осталось тут... У нас осталось шапочный разбор, друзья мои. Вообще. Да ну, хорош. Опять Маузер один остается. Серьезно? Так всегда, ребят. Ну, столько вот бойцов у нас. Видишь, неравномерно, ребят, заканчиваются у нас все. Кто-нибудь сомневался в другом раскладе? Я вот нисколечко. Вообще нисколечко. Я так и знал, что он всех порвет здесь. И то же самое, кстати, сделает и Маузер, если честно. Даже несмотря на то, что он один, он все равно, ребята, их всех порвет. Всех. Все эти ребята сейчас будут валяться на земле и просить пощады у наших Маузеров. Смотри внимательно. Бамс. Ни одного шанса им не дали. Просто ни одного. Ну вот, друзья, вот в принципе арену мы сегодня и пробежали. Ну, тут одну ступеньку, наверное, перепрыгнем. Две. Оу, это рекорд. Так, у нас, по-моему, больше ничего не остается. На испытаниях, ребят, я вам уже говорил вчера, да, что, ну, за Сплинтером я бы не особо бы гнался. Так себе персонаж, если честно. Вот, что у нас? У нас пицца еще есть. Можно пиццу потратить на поиски, в принципе. Так, давай, Кунаичи. Так, что нам там нужно? 4 шляпы с напитками. Так, одну нашли. Вторая есть. Третья, и надо последнюю найти. Нет, последнюю не нашли. Так, ну что, друзья мои, на сегодня я тогда буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.